здорово. Ну, не корова. Я картошечки сегодня навернула утром. Вчера готовила. Очень вкусно. Сейчас еще немножко наверну. Ни воды нет, ни горячей, ни холодной. Срать ходим на дачу. На даче срешь, там много воды. А здесь воды нет. Отопления тоже нету. Вот. Так что вы не волнуйтесь за нас. У нас все будет в порядке. Пожалуйста. Вот. За нашу внешность тоже не волнуйтесь. Я смотрю, вы так все переживаете. Как, кому лучше что сделать? Куда, как сходить, сесть, посрать? Не волнуйтесь, пожалуйста. Все отлично. Все окей, хорошо. Дай бог вам того же. И зараза. Ну и все. Лишь бы было у вас все хорошо. А мы и такие показаться не стыдимся. Не то, что некоторые. У меня иногда бывает истерический смех, но я сходила к доктору. Доктор из пятого кабинета мне сказал: вам к хирургу. Я так подумала, а зачем мне к хирургу? Вот вам заметка на размышление. Чтобы мозги не засохли. Подумайте, поразмышляйте. Зачем меня отправили к хирургу? Вот. Я с картошечки долбану. Жрать надо в срок. Так же, как и срать. Вот. Вкусненько, дока. Золотые мои. Ляпота. Мясо нежное, мягкое. Не знаю, что делать. Сегодня должен быть день голодовки тогда. А потому что сразу захочешь, некуда бежать. В кулек и под завязочку. А как иначе? Ха. Больше никак. Одну секунду. Балалайка. Три струны прикатила. У меня еще шашлык в холодильнике. Но потом.
поди дремнуть, что ли. Что? Зрина, сколько у 40 ножки ног? Не знаю. Иди сюда. Сидись. У 40 ножки сколько ног? Не знаю. Эта 40 ножка бедная сама себе все говорит. 40 ножка. 40. Молодец. Ну, это все. Умница. Очень красиво. Вкусненько. Да, да, да. Это сегодняшний прием пищи второй раз. А куда деваться? Жрать все равно надо. Утром только выковырила кусок мяса. 0,5 кило. Сейчас опять застряла. Промежности.